Братца до Искателя Пустоты. Иначе зерги убьют меня, и пророчество будет утеряно. Зак Мокнул. Я верен тебе. Судаш Салок. Ваши союзники вступили в бой. И секунды без боя. Я служу во имя Айюра. Айюр возродится. Ваши союзники вступили в бой. И секунды без боя. Хала, я возвращаюсь к тебе. Я должен добраться до Искателя Пустоты и увести пророчество отсюда. Я не позволю, чтобы жертвы моих братьев оказались напрасны. Расшифровать фрагменты пророчества в одиночку. Но я знал, кто мог перевести их. Хранители Закула. Если же они потерпят неудачу, Вселенная погибнет в огне. Один сталкер выжил, вот зараза. Три и более сталкеров. Зератул не должен терять здоровье, прикольно. Интересные достижения тут. Ну, сейчас прокачаем что-нибудь. Так, ну ты у зергов появилась, а у протосов пока не появилась. Надо прочитать, изменилось что-то в фолбе у зергов. У борца сформировалась нервная система. Он весьма необычно реагирует на внешние воздействия. Чувствуя мое присутствие, прекращает двигаться. Притворяется мертвым. Ранее я заметил, что у зергов существует уникальная группа альфа-аминокислот R. Анализ показал, что они способны синтезировать новые клетки из мертвой материи и протеинов. Зергам чужда деградация клеток. Они не могут умереть от старости. Одна мысль о возможных опытах в этой области вселяет в меня ужас. Но интересно, что будет, если сплавить ткань зергов с некоторыми металлами? Неразрушимые здания. Также в процессе обновления выделяется энергия. Здесь есть над чем подумать. Цаточка, и что-то можно вкачать. Максимальный запас энергии специалистов. А на кого он действует? А, призраки вот эти.
Этот небольшой, но мощный реактор увеличивает начальный запас энергии специалистов, что позволяет им активно применять свои способности с момента появления на поле боя, а также накапливать больше энергии во время бездействия. К специалистам относятся единицы, использующие энергию, например, медики, призраки и мировые. Призраки и медики. Медики — это ж хорошо. А здесь? Воздушная наземная техника теперь медленно восстанавливается. Обшивка воздушной наземной техники теперь изготавливается из регенеративной биостали, сплав интегрированы нанороботы, постепенно восстанавливающие обшивку после любых ее повреждений. Хотя во время регенерации техника восстанавливается гораздо медленнее, чем во время ремонта, обшивка из биостали будет совсем не лишней, если поблизости не окажется ремонтника. Ну и что лучше? Наверное, специалистов возьму, да и все. Че парится? Так, ну здесь еще два до третьего пункта, до 15-го корпуса. Поехали вторую миссию, наверное. Я собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Внутри три еще исследования, это вообще круто. Надо постараться. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Так, строение. Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Сталкеры дорогие. Так. Но времени вроде не ограничивают, так что пока подобывать надо. Thank you.
Нексус, врата, оружейная есть, лаборатория и пушка 150. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Сумеречный совет. А вот он, сумеречный совет. Я здесь, среди теней. Чужаки. Это гибрид протоса и зерга. Как омерзительно. Кто создал это чудовище? Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. Освободить хранителей. Нужно построить больше пилонов. Гибрид. Я здесь, среди теней. Сердце тьмы.
здесь, среди теней. Я еще вернусь. Рабы мои, время пришло. Отдайте мне свои силы. Гибрид питается жизненной силой хранителей. Нужно освободить их, пока не поздно. Техники. Это строение принесет нам немалую пользу. Разместите строение в энергетическом поле. Могучий воин. Пустота. Жизнь за Ай. Орин Шисхал. Темное святилище. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Это ваш последний день. Нужно построить больше пилонов. Заброшенный архив тамплиеров. Со мной, братья, мы очистим это место от зла. Мы ждем твоих приказов. Это лишь временное препятствие. Рабы мои,
Время пришло. Отдайте мне свои силы. Это Кхалы. Близится наше освобождение. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Враг познает нашу ярость. Запретное знание останется в тайне. Пусто. Мы едя сердце тьмы. Тебе. На наши зонды напали. Я голос затмения. Никто не устоит перед ним. Я выхожу из тени. Что ты предложишь? Мы единость. База атакована. Я вернусь, когда восстановлю силы. Улучшение завершено. Ваши усилия тщетны. Вам не на что надеяться. Зеленые какие-то прям интересные. Мы стремимся к знаниям. Наслаждайся своей ничтожной победой, пока можешь. Война еще не окончена. Так, исследования есть. Пойдем, наверное, хранителей. Защищать, точнее, спасать. Очень разумно. Я здесь, среди теней. Запретное знание останется в тайне.
выхожу из тени. Мы возле света тьма. Души хранителей заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Это ваш последний день. Должно быть, имеется в виду сверхразум зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу прародину. На Айюр. Так, исследование есть, это самое главное. Тебя здорово прошибло то, что показал Протос. Эти воспоминания такие яркие, что я вижу все до последней детали. Я видел гибрида. Странное сверхъестественное существо. Он пытался подчинить себе протосских хранителей. Кто отправил его на Закул? Кто способен контролировать таких, как он? Тот, кто его создал, конечно же. Это был лишь первый из множества. Темный предвестник. Близится время, когда им не будет числа, и звезды содрогнутся от того, что случится потом. Ты не можешь знать этого наверняка? Конечно, нет. Но я чувствую, что будет так. А твой Хорнер меня недолюбливает. За это стоит выпить. Вождь Тауренов 800 уровня представляет новый альбом, на котором собраны самые забойные хиты группы. Эта музыка встряхнет галактику. Следите за обновлениями расписания концертов. Следующее шоу может быть на вашей планете. Покупайте билеты во всех театральных кассах. Галактическое турне уже началось. Так, а тут что сменилось, нет? Бабла вроде не должно прибавляться. О.
Что не так, ковбой? Ты какой-то помятый. Даже больше, чем обычно. На меня много всякого сейчас навалилось. Ты же знаешь, каково это. Да, конечно. Знаешь, может, тебе стоит расслабиться и хотя бы раз за 100 лет выспаться нормально? Конечно, мамуля. Уже бегу. Ну тут ничего вроде не добавлялось. Ну ладно. Мостик. С возвращением, сэр. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что, на лбу все написано? Зератул отнес найденные фрагменты пророчеств в какой-то храм или библиотеку. Черт его разберет. Главное, что это место было захвачено гибридом зерга и протоса. Вы хотите сказать, это был протос, зараженный вирусом зергов? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих рас. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники. Так. Улучшилась, значит, протосская технология, значит, изменилось описание. Изучал аномальную сферу над кристаллом. Очевидно, это источник энергии, но какая-то сила надежно сдерживает поле. Кристалл при этом неведомым мне способом медленно черпает из этого поля энергию. Открытие. Для хранителя энергии кристалла используется вовсе не модель воротки. Раньше процесс протекал настолько быстро, что отследить и это было невозможно. Внезапно скорость передачи снизилась, и сенсоры смогли зафиксировать процесс. Каждый раз, когда мне кажется, что я в тупике, что-то происходит, и я двигаюсь дальше. Может, кристалл помогает мне? Пожалуй, я заработался. Пойду-ка лучше порублюсь в Lost Wicked. Реактор командного центра позволяет одновременно строить 2 КСМ. Ух ты. Производя больше КСМ одновременно, можно быстрее развивать и восстанавливать экономику базы. Этот технологический прорыв стал возможен благодаря последним исследованиям экранирующих полей протосов. Разработка позволит достаточно быстро укреплять базы в начале выполнения будущих заданий. Или сюда. Не требуется КСМ для добычи виспена. Для транспортировки контейнеров с виспеном с перерабатывающего завода прямо в командный центр используется адаптированная протосская технология искривления. Таким образом, участие КСМ в транспортировке боли не требуется. Остается загадкой, почему сами протосы не додумались до такого способа транспортировки виспена. Возможно, им недостает тиранской изобретательности и прагматизма, или же их примитивные суеверия идут вразрез с подобной практикой. Пускай будет виспен. Ну и, наверное, последняя, третья миссия, если их там 3. С болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами. Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о былых поражениях и победах.
Я помню гибель Айура. Не очень хочется смотреть на то, что стало с этой планетой. Хотя выбора у меня нет. Когда преимущество зергов над нами стало очевидным, сверхразум повел себя сверхсамоуверенно. А теперь от него осталась лишь обугленная, разлагающаяся оболочка. Я желал извлечь из его гниющих останков всю информацию, какую только можно было получить. Мне нужно было установить телепатический контакт с каждым из гигантских нервных узлов сверхразума, чтобы извлечь воспоминания. Однако мне мешали тысячи зергов, которые собрались вокруг его оболочки, питаясь излучаемой ей пси-энергией. Ну, надеюсь, его время не ограничивать не будет, а так все нормально. Голоски будущего. Используйте авиацию, чтобы разведать территорию во время и вовремя обнаружить готовящееся наступление противника. Так, короче, в оборотном сидели. Нужно построить базу и вызвать подкрепление, чтобы сдержать натиск зергов. Меня ждет искупление. Слава перворожденным! О, этот маленький наблюдатель остался здесь со времен эвакуации. Он сослужит нам хорошую службу. Заброшенные здания можно обеспечить энергией. Они нам еще пригодятся. Я чувствую, как пульсирует энергия внутри этого древнего маяка. Интересно. Слышал истории о могучих колоссах, спящих в глубинах вод Айура. Маяк разбудил зловещих стражей от векового сна. Зерги чувствуют, что их мертвому хозяину угрожает опасность. Моя ноша непосильна. Зерги будут атаковать, пока не перебьют нас всех. Мне нужно скорее проникнуть в память сверхразума и собрать всю доступную информацию. Наблюдателей можно разведать территорию и узнать, какие опасности ожидают нас здесь.
Твоя ноша непосильна. Нужно приготовиться к обороне базы. Серги идут в наступление. База атакована. Ты обращаешься ко мне? Были теранские, наверное, настроения, или непонятно. Так, а дополнительно это что будет? Ресурсы пособирать в круговую. Эн Арудин разжигал. Судаш Салок. Улучшение завершено. Оружию, братья! Серги наступают! Слава перворожденным! Я служу во имя Аюра. Я следую своему призванию. Да чтоб тебя, кто там палит-то? Идет меня.
что Зак мокнул. Слава первородным. База атакована. Не лечится, что ли? Если он не лечится, это печально. Серги хотят разрушить нашу базу. Ваши войска вступили в бой. Кто-то убил. Зараза. Так, совет.
Завод. Жизнь за Айю. Улучшение завершено. Жизнь за Айю. Так, там пример, кто там еще? Ой, хер пойми, эти протосы. Темное святилище. Вызов тамплиеров. А, темных. И перерождение темных вархонтов. Зерги идут в атаку. Асар Эдемблани. Так, наземные и воздушные. Двух тамплиеров. Вот этих архонтов надо поделать. Интересно. Моя ноша не пассивна. База атакована. Разработка завершена. Месторождение минералов истощено. Судаш Салок. Мы стремимся к знанию. Улучшение завершено. Слияние за
все. Генетическое ядро. Это что? О! Наблюдатель. Бессмертный колосс. Место рождения минералов истощено. Повышает скорость приближения зелота, позволяет им перехватывать находящихся рядом противников. Можно использовать чаще. Интересно, что это дает. А чё, не хочет соединяться или чё? Сгущаются тени. Скоро зерги опять нападут.